Привет. Привет. Мы сегодня откроем миньоны. Да, сегодня у нас в гостях миньоны. Вот такая вот коробочка с днем рождения. У них там есть тортик в коллекции. Самый маленький — это у него день рождения. Да. Такой улыбающий и смеется. Тут в коробочке три миньона и какая-то конструкция, которую мы сейчас будем собирать. Что открывать? Вот такой. У него день рождения вот такого. У него, да? Ну, открывай, посмотрим. Я знаю. Потому что... Давай, я тебе помогу, может? Потому что он радуется. Так, что тут? Запчасти. Еще запчасти. Подожди. Я не успеваю, пап. Надо же показать. Значит, у нас три вот таких миньона внутри. Они какие-то вампиры. Миньоны-вампиры. Набор всяких маленьких запчастей. О! Да. Я пока миньон, я тут все остальное открою. Тебе помочь? Да. Заодно я покажу миньоны. Пока не разрывай, не только рассыпем. Не спеши пока. Первый миньон у нас такой. Одноглазый. Шевелятся ручки. Свечка. Ну, я достану свечку. Так, потом. Положи пока в сторонку. Мы пока миньонов покажем, а потом будем по очереди по инструкции все доставать. А то мы запутаемся. Так, второй миньончик. Тоже шевелятся ручки. Чуть-чуть шевелятся ножки. И снимаются глазки. Нет. И еще один последний миньон на этой вечеринке. То есть тоже вампир с руками и с ногами, и с глазами. Так, ну и наша инструкция. Посмотрим. По два глаза, два миньона, один миньон с одним глазом. С одним глазом, да. По инструкции у нас вот столько запчастей. Миньоны даже разбираются. Теперь свечка. Угу. Что, нужно начинать? Нет. С первой стороны. Начинаем с этой штуки. Я хочу тортик начинать. Ну, давай по инструкции, иначе мы запутаемся. Да. Давай, тортик в сторону. Собираем. Миньоны пока тоже в сторону. Они пусть смотрят за нами. Это потом. Сначала вот ложи такую. Ложим. Рядом такую. Я знаю, сюда. Теперь два треугольничка. Видишь, как на рисунке? Вот так вот. Нет, вот так вот. Туда подвигай. Сюда? Да. Петь? Одну вот сюда, а другую с этой стороны. Сюда? Вот так вот. И нужно вот эти... Не надо одевать. Просто ложим. Видишь, как по инструкции? Так вот. Да. Смотри, видишь? Так вот. Знаю теперь. Видишь? Угу. Так, теперь нужно вот эту штучку сюда. Вот так вот придавить. Не могу прицепить. Какой сложный конструкция. Подожди. Треугольник. Ну вот, нормально все присоединилось. Такую же самую бери, цепляй теперь с другой стороны. Вот она твоя. Давай сначала без этой.
Вот так вот. Все. Теперь я тут под низ. Придавливай. Получилось? Так, первая конструкция. Основа конструкции уже есть. Переворачиваем. Какое? Переворачиваем страничку. Сейчас посмотрим. Значит, на следующей страничке мы, наверное, конструкция. Угу. Да? Да, только теперь тут есть какая-то с завитушками конструкция. Где же она? Какая завитушка? Нужно понять. Я могу только это прицепить куда-то. Можно я прицепить? Прицепишь, но потом мы все делаем по инструкции. Угу. Так. А в конце и это будем делать. Здесь у нас все да? нормально. Да, да, папа? Да. Так, куда у это? Нас надо еще один стоит? Пакетик открывать. Вот такой. Ну, тут в конце. Так, надо же понять, что у нас где. Так. Опа. Раз, два, три. Тортик. Ну, пусть ждет теперь. Тортик. Я свечку прицепила, ага. Хотела. Вот эту штучку сюда цепляй. Получилось? О. Вот эту рядом, вот так. А эту рядом с этой стороны. Я вот знаю. Так. Ну, цепляй. Хорошо придавливай, чтобы держалась. Так? Ну, нет, как и ту. Ты ж смотри, как предыдущая. Так, нормально. Теперь посередине нужно обычные. Подожди, сейчас найдем, что-то они какие-то интересные. Непонятные. Вот эти две штучки. Между ними цепляй. Угу. Так, теперь то же самое. Ага, здесь еще впереди нужно вот эти. Вот я эти. Вот так вот ставь и вот так вот. Что-то будет здесь открываться. То ли ездить что-то будет. Нет, это чтобы стреляло. А, точно. Теперь вот так вот сверху повторяем. Там повторяй. Вот эти две. И вот эти две. Не получилось? Давай. Не получилось. Вот это. Не, ну куда? Должно быть все одинаково. Да. Не-не-не-не. Неправильно. А, ну давай так. Нет. Где-то ж сюда. Так, давай покажу, что у нас. Промежуточная конструкция у нас. Почти. А это куда? Получилось. Сейчас дойдем и до той. Давай. Ложим. Подожди. Следующая страничка. Теперь у нас синие запчасти. Так. Это сюда, это туда. Это сюда. Это сюда. Здесь пока нету синих. Вот сюда. Давай. И вот давай. Сюда. Давай. Вот так. Давай. Подожди. Ну да, вот эти крышечки вот так. Не, ближе. Не то. А, ну да, правильно. На другое что-то? Да. Конечно. Давай вот эту повесь, наверное, сначала. Давай. Вот тут вот так, как ты. Я знаю. То есть делаем уже третий этаж. Получалось? Чтобы толчик выскочил. Угу. Я в лод. Ну?
Так, а тут еще сложная какая-то деталь есть. Давай, я, может, маленькую прицеплю? Или есть? Все, теперь вот так поперек эти следующие. Сюда? Да. С той стороны тоже. И вот эти. Вот с этой стороны эту стой. Не-не. Не туда. Вот сюда. Так, теперь нам нужно мегаконструкцию собрать, наверное, которая будет двигаться. Тут, наверное, она не двигается. Наверное, я попробую, потому что тут... Давай мне. Сюда нужно вставить вот эти, не, вот эти штучки, вставляй там дырочку. Да? Не с этой стороны, вот с этой, вот тут сюда. Так? Угу. Они не двигаются, эти штучки. Так они не должны. Так. Давай, проверим. Да, там надпись «Днем рождения». Подожди. Мы сейчас до нее дойдем, она следующая. Значит, нужно присоединить ту двигающуюся часть вот сюда. Она, наверное, потом у нас будет прыгать. Вот так вот. Ну да, она шевелится. Будет торт у нас взлетать. На, вешается, да? Мы потом дойдем до этого. Да. Я знаю. Еще эту нужно сюда. Да. Вот эту штучку. Я знаю. Ну откуда? Так вот. Потому что я знаю. Я завидела. Инструкцию? Нет, я... Ну, цепляй, переней, положи. Я завидела коробочку. Вот тут надо. Не давится, нет? Нет. Ладно. Завидела коробочку. Понятно. Так, попробуем прицепить. Прицепилась вроде бы. Теперь у нас прыгающая крышечка. Что у нас дальше? А теперь давай вот. Теперь он как йо-йо. Значит, смотри. На вот этот столбик нужно вот цеплять вот такие штучки, Настя, вот так вот. Угу, одевай. Понял. Одевай. Я знаю. И на вторую точно так же. И поймала. Да. Теперь, не-не, подожди, теперь берем вот эту инструкцию, так сказать. Не инструкцию, давай я. А вот. Настя, подожди, не спеши. Видишь, как надо делать? Вот сюда вставляешь? Я знаю теперь. Я знаю. Ну, нет, наоборот. Должно быть красиво. Вот так вот, да. А туда вставляй спереди, там видишь вот этот чопик. Получается? Нет? Давай я буду держать. Так, держи. Так я же говорю, давай я буду держать. Не так. Угу. Есть? Нет. Да? Держится. Все, теперь точно так же другую. Вставляй. Ложи. Бери защелку. Есть? Так, показываем, что у нас получилось. У нас получилась вот такая Happy Birthday. Happy birthday, happy. Ну, теперь вот я знаю.
Потому что я здесь я увидела дырочки. Две дырочки, да? Так, с этой. Хиппи-бёрды, хиппи-бёрды, хиппи-бёрды. Все, став, сейчас мы еще тортик сделаем, как положено. Тортик у нас должен быть на подносе. Вот так вот, став тортик. Я знала. Так. Нет. Став вот так. Становится? Нет. Как нет? Так, ладно, давай. Где ее? Йо-йо потом. Так, ну я сразу прицепил йо-йо. Ну а теперь сверху тортик. Пробуй прицепить. Получается? Как? Ну, молодец. Так, теперь нужно прицепить вот тут где-то чашечки цеплять. Где хочешь. А если они вылетят? Не вылетят. И еще одну чашечку цепляй. Ну, а эту став, а тортик просто став. Что там, вы не держите? Давай. Сильнее засунем сюда. Да. Тортик. Ставим наших чудиков. Ну, чашечку ж хорошо нужно лепить. Так. Да, став. Да пусть стоит, он там и должен так лежать. Так. Какой-то испробуем. Что, ты будешь торт запускать? Кому-то в лицо? Нет. Тортик улетел. Ну что, давай покажем, что у нас получилось. Да. Так, получился у нас вот такой вот столик. С тортиком и чашечками. Да, и столик у нас еще и открывается. Чуб. Супер миньон. Большой миньон. Все, ставь их возле с этого. Тюбиком. Ставь их к столу праздничному. Пусть торт едят. Ставь вокруг. Их можно прицепить к тесту. Прицепятся? Угу. Часка упала. Бери другую. Да. Получается ли помочь? Держится? Пьет? Ну, став к тортику. И другой зацепил. Да, получился вот такой миньон, который пьет чай с чашки. Дракула миньон пьет чай. Второй тоже? Давай я второго покажу. Ну что там, чашка получилась? Да. То есть у нас два... С чашками пьют кофе или чай, или компот. А один просто с тортиком, да, у нас? Давай покажем, что у нас тут получилось. Тортик. Ничего, сейчас мы поставим. Вот такой у нас получился чудик, ездящий на крышке. А ты цепил сюда луку? Так, этого ставим мы сюда, этого мы ставим сюда, и тортик став. А тортик спереди. Да, тортик у нас спереди. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Лайк. Не забудьте подписаться на канал. Пока-пока!